Смех, гам, море улыбок. Именно так началось торжественное открытие спартакиады дошколят. Малышей пришли поздравить почетные гости. Представители Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» Эдуард Азаров, тренеры Евгений и Данил Томиловские. О задачах проекта нам рассказала заведующая детского сада «Лесная сказка» Жанна Суханова. Программа у нас расписана на весь год, естественно. Программа «Детский сад здорового образа жизни». Мероприятий будет много. Это и обучение азам баскетбола, и спортивные мероприятия. Мы направлены на то, чтобы деток приучать к спортивному, к спорту. Физическое развитие – это главное для того, чтобы далее дети наши были активны в жизни, успешно обучались и в дальнейшем достигали каких-то целей поставленных. Поэтому программа рассчитана именно на формирование здорового образа жизни. А баскетбол – это часть программы нашей. Ребята приняли участие в спортивной игровой программе, с удовольствием участвовали в эстафетах и устроили танцевальный флешмоб. Праздник завершился вручением браслетов и сладких призов всем детям.